следственным органом и Следственным комитетом Российской Федерации по Оренбургской области по факту смерти двух мужчин в одном из социальных учреждений Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренной частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что днем 26 июня 2023 года в подземном помещении, расположенном на территории одного из социальных учреждений Оренбургской области, обнаружены тела двух мужчин 27 и 34 лет. По предварительным данным, смерть последних наступила от отравления неустановленными веществами. В настоящее время следователи назначены экспертизы, проводятся допросы сотрудников социального учреждения, а также проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Уголовное дело расследуется следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург.